Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Становясь вспыльчивыми и раздражительными, они часто ставят под удар взаимоотношения с близкими людьми. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Обладатели этого имени переполняют воодушевление и жажда деятельности. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Обладатели этого имени нелегко связать с супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.